Приветствую всех любителей рубрики «Продуктовая закупка». Ребята, рубрика, безусловно, человечеству нужная. Короче, сегодня, мне кажется, стоит обзира наша продукция, потому что у меня почти все по акции. По акции из магазина «Дикси». Я зашел в «Дикси», и почти все товары у меня по акции. Как мы делаем эту рубрику, ребята, кто может... подзабыл или вообще пропустил ролики продуктово-закупочные, я беру чек и по позиционному, мы вот прям по чеку идем, что сколько стоит. Вот сегодняшнего дня что-то нос чешется. Ну, тополиный пух, жара, июнь. Тополиный пух, жара, июнь, ядрёна. Пока пройдешь туда-сюда, все ноздри в этом пуху. Так, ну, в магазинах чеки, они вот прям уменьшились. Или вот такие вот маленькие совсем. Или вообще их нету. Ну, то есть они есть, и там тебя спрашивают, вот в фикс-прайсе, да? Я тут в фикс-прайс заходил, вам чек вообще нужен или не нужен? Я говорю, ну, не нужен. Ну, тогда, если что, электронный. Вот, вот так вот сегодняшнего дня. Прям совсем вот маленькие тут буковки, циферки. Блин, лупу надо было взять, да у меня нету. Вот, ну что, магазин «Дикси», июнь. Акционка, погнали, прям по чеку, ребята. Пакет майка «Дикси», 7 рублей 49 копеек стоит сам пакет. Вот все заставляю себя брать пакет. Ну, положи в машину пару пакетов. У меня пакетов этих полный шкаф. Извините, мне звонят. Блин, я тут такую важную рубрику записываю. Они мне квартиры комфорт-класса предлагают. Спам, спамщики. Вот. В общем, я, ребят, знаете, ну, думаю, в машину пару пакетов положить. Вот я сейчас, да, мимо проезжаю магазина, заехал. А так бы пакет был, я сэкономил бы 8 рублей. Ну, экономика должна быть экономной. Вот, ну, что делать? Вот. Или вот так вот тоже из дома. Бах, собрался, кроссовочки, натер влажной салфеткой, чтобы чистенько все было красиво, гламурно и пафосно. И поперся в магазин, а пакет не взял. А пакетов, я говорю, у меня полный шкаф пакетов лежит. Электрическая сила. Вот тут. То есть, видите, вот опять лишние траты денег. Так, ребят, акция салфетки. Ну, у меня, в общем, все акция сегодня. Салфетки влажные «Аура». 119 рублей 90 копеек. Салфетки вот эти, они прикольные. У них такой вкусный запах. Так, где? Вот эти прикольные. 200 штучек. А сколько они безакционно стоили? Нет, не написано. Ну, так. Ага, да, не написано. Вот, в общем, акционка, ребята. Вот, мне нравится мебель протирать. Ну, все, я ими, короче, протираю и ботинки, и мебель, и стол, и все, что не попадет. Вот, у них очень прикольный запах. Мне они нравятся. Вот, и я, вот видите, их опачка по акции сразу забрал. Так, котлета домашняя, охлажденная, 139 рублей 90 копеек. Ну, у меня ничего нету. Видите, ничего нету. Сметана вон стоит только, барсику. Кстати, ребята, все, кто на стримчонке вчера поддержал проект «Сметана», от души и от сердца, вам спасибо, вам. Еще раз хочу поздравить Кирюху Секирчика с днем рождения, пожелать счастья, здоровья и успехов от души и сердца. Всем, ребят, спасибо. Вот, барсик у сметаны есть. Так, вот. В общем, вот эти, я сейчас быстренько, я приехал с работы, вот, ничего у меня нету. Сейчас я быстренько на сковородочку их everybody, да, с макарончиками. Я считаю то, что порядочно. Вот эти действительно хорошие котлеты. Я обычно покупаю такие на Черкизовском мясокомбинате. При Черкизовском мясокомбинате есть магазин, но я тоже делал обзир и магазина самого делал, и товаров. Вот, я их покупаю, они мне нравятся, эти котлетки порядочные, 4 штучки. Так, сосиски венские, ребят, 159 рублей 90 копеек, акция, так они стоят больше 300 рублей, за них просят, срок годности аж до 13-7 месяца. Сейчас у нас середина июня только. Вот, так что пусть лежат, ядрёныч, как-нибудь так с утречка, да, с яишенкой. Ну, или вот тоже, когда особо некогда наготавливать. Бах, сосисоньки. Я, знаете, как делаю? Я обычно в духовке, у меня решеточка, в
включая верхний огонь, у меня верхний огонь, гриль, и на решеточке поджариваю. Получается очень порядочно, очень. Венские сосисочки. Акция, ребят, акция. Так. Ну, конечно же, барсиковое оборудование, хотел сказать барсика Лёлина оборудование, но нет. Лёлина дача, поэтому только барсиковое, ребята, да, акция. Феликс по акции стоит 20 рублей 93 копейки. Раньше он столько же стоил без акции. Ну, теперь вот по акции. А без акции он стоит 40 рублей почти. Так, ну, вот такие вот с индейкой. И вкусом бекона. Ядрическая сила, чтоб я так ела. С треской в соусе с томатами. А, ухари какие ненажорные, а. С курицей. Вы посмотрите, а. Так, три штуки я, да, взял? Так. А, ну, дримсики тоже. Ну, полакомиться, конечно, надо. Дримсики. Они любят и дримсики, ребят, тоже акция. 59 рублей 99 копеек. Безакционно они почти 80 стоят, а то и 90 в некоторых магазинах. Так, масло Брест-Литовское, ребят, хорошее масло, 139 рублей 90 копеек, акционочка, пожалуйста. Вот сколько тут, 180 грамм, 72%. Обычно я масло беру, чтобы было 82,5, говорят, что 82,5 это самое, ну, мол, топовое, да, какое оно должно быть, сливочное масло 82,5. Ну и вот это тоже ничего, 72,5%. Я бывало те, что на нем что-то жарю, а бывало те, что я намазываю на хлебушек, а сверху варенье, завариваешь чайку и забываешь тоску. Мы на стримчонке с вами, ребят, завариваем. Заходите на стримчонке от души и сердца. Вот такой идет акция, ребят. Магазин Dixie Everybody. Так. Сыр Брест-Литовский тоже акция на него, 149 рублей 90 копеек. Безакционно он стоит больше 200 рублей. Вот, тизер, тизер, тиндер, ёп. Тильзитер. Вот, такой сырок, сырок обязательно у меня должен присутствовать. Я любитель сыра, сыроед, всегда я ем сыр по утрам. Знаете, тоже делаю. Просто кладешь на хлебушек сыр и запекаешь. И получается очень порядочно, как тосты такие с сыром, очень порядочно. Так, 149 рублей 90 копеек. Вода питьевая Шишкин лес, 109 рублей 90 копеек. Это тоже акция, ребята. Вот она, я ее забрал, 5-литровница. Мне вот Шишкин лес больше всех вот этих вот нравится. Святой источник, что-то там еще, там Агуша, Тимоша, я, ну, красная цена, и все, я перепробовал все воды эти. Вот, я бутылочник, да, пью бутылочную воду, чай. Вот, вот это, она, знаете, вот по вкусу такая легкая-легкая. Ну, действительно вкусная вода, мне она нравится. Шишкин лес, и очень классно, когда она по акции. Так, опять Феликс. Да, опять Феликс. А, вот он, да, вот еще один Феликс. Это с чем? Тоже с треской. Барсик, ни хрена себе. Так, батон нарезной 34,90. Ну, вот это безакционный товар. Это вот их хлеб Дикси. Он всегда мягенький. Мне нравятся вот нарезные батончики. Порядочные такие. Я, знаете, как-то раньше всего покупал уже нарезанный. Вот, но из всего нарезанного что-то, мне кажется, подиспортились. Раньше мне... Блин, как же он называется? Барсик, как он называется? Ё-моё, брал его Коломенский, да, нравился. Но что-то, мне кажется, он как-то что-то не фэншуй он какой-то стал. Вот, а вот эти вот батончики, у них прикольные всегда, они вкусные такие. Так, нектаринчик. Ну, ребят, витамины, да, надо сейчас кушаться витамины. И черешня, там, клубника, все. Я, знаете, пытаюсь вот сладкое заменять вот фруктами. Вот, нектаринчики такие. Довольно-таки порядочные. Выглядят как яблоки. Да, я очень люблю нектарины, обожаю. Вот 4 штучки я взял, ребят, нектарины. Так, цена за килограмм, я понял, 259,90. А обошлось 142,95. Да, 150 рублей, короче, 4 нектаринчика, да. Так, ой, какой мелкий текст, это кошмар. Так, палочка с брынзой, 39,99, палочка с брынзой.
Ну, иной раз хочется так палочку, да, вот такую палочку, тем более, когда с голодухи в магазин припрешься, вот как я сегодня. Знаете, ребята, я нашел в себе силы и пилю для вас ролик, так что устанавливайте лайчонка, а кушаться очень уже, честно сказать, хочется. Но ничего, от души и от сердца. Вот, ребят, вот такая палочка с брынзой 34,90. Вот они такие порядочные. Ну, так вот, знаете, вечерний перекус. Или после обеда, как дополнительное оборудование. Так. Опять корм Феликс. Феликс. Ну я уже все разгрузил. Так. Слоечка с сыром да ветчиной 24,99. Да, ну к палочке взял слоечку. Смотрите, какая маленькая вообще, ну просто на один присест, да, на зубок. У меня есть, ребята, Кока-Кола. Ой, Кока-Кола, я говорю, это же не Кока-Кола. Сейчас я вам... Ой, ё-моё. Сейчас я вам покажу. Кул-Кола, это очаковское производство. Кстати, ребята, вот неплохая. Вчера я на стриме дегустировал, у меня две бутылочки. Вот одну вчера выпил, вторую... А вот вторую пока еще не выпил, как раз вот можно потом... Вот с этими булочками, ребят, но будьте осторожны, он содержит кофеин. Кофеин. У кого вот эта фишка, вот у меня, например, она есть. Если я на ночь попью эту колу, я очень плохо засыпаю. И действительно, я вчера на стриме, это уже было 12 часов ночи где-то, я ее допил. И знаете, я так ворочался долго, полночи. У меня еще комары дома летают, ёхарный бабай. Ну, кошмар. Там кофеин, в составе есть кофеин, будьте аккуратны. А так вкусное. Так реально вкусное. Так. Шоколад, ребят, ну я не мог просто не забрать. Я дал как бы себе установку заменять шоколадки. Я всегда покупал шоколадки, печеньки, заменять фруктами. Но, ребят, ну 74,99. Вот за такую замечательную шоколадку Несквик. Ну замечательную просто, она вкусная, я люблю. Я забрал. Пусть лежит, как говорится, хлеба не просит. Так что-то настроение поднять, я считаю, то, что порядочно, сладеньким, да, настроение иногда можно приподнять. Так, ну и последнее, но не в последнюю очередь, ребят, всего за 99 рублей я забрал вот эту вот нарезочку. Юху! 99 рублей. Колбаса докторская, царицына. Конечно, я всегда смотрю срок годности, ребят, на акционное мясо, да, надо смотреть, но тут вот по 8.07, так что времени еще достаточно, а вот, я забрал, так что, ну, 100 рублей, да, вот она стоит, нарезочка, сколько тут, 200 грамм нарезанного счастья, царицына докторская, оригинальная, ну, вот, нормально, с утречка тоже что-то, бах-бах, вот так, вот, ну, вот такие вот, ребята, у меня сегодня покупочки. Общим чеком на 1388,65 я сделал затарочку. Да. Не, ну знаете, можно сказать, практически ничего и не взял, да? Практически ничего и не взял. А вроде бы и так прилично. Позиции. А вот, ну, сырок, маслица, все надо. Котлетки. Вот. Так что вот так вот, ребят, такая вот рубрика, такой вот закуп. Вот, у меня ролики выходят на разные абсолютно темы. Давайте за ваше здоровье, а? Кстати, я что-то не посмотрел, она есть в Диксе? Мне кажется, есть. Есть она. Холодненькая, хорошо, на улице хоть дождь идет, но как-то душно. Духнотизация какая-то присутствует. Вот, ну вот так вот, ребята, так что у нас тут разные всякие видосы на разные темы. Подписывайтесь на канал, заходите на стримчонки, ребят, на стримчонках у нас интересно, мы с вами общаемся. Кто хочет поддержать канал, блогера, стримера, наш проект, нашу движуху, ссылочка на Donation Alerts в описании. Вот, кто не побрезгает копеечкой, будем от души благодарны. Вот, так что, ребята... До скорой встречи, до встречи в следующем видео. Пока-пока. А я пошел кушаться, готовить обед. У меня сегодня на обед вот эти вот котлеты, макарончики. Ну и салат, огурцы, помидоры. Как дополнительное оборудование, десерт. Это будут нектаринчики. Я считаю то, что порядочно. Барсик сметанки. Делайте ставочку, ребята, упадет она с ложки или нет. Или я донесу.
Парочка, иди. Любит сметану, гад.